Привет всем, с вами канал Болливуд. Не забываем подписываться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставим пальчик вверх этому видео. Намаши Чакраборти дебютирует в Болливуде в фильме Раджакумара Сантоши «Плохой мальчик». И люди уже начали говорить о его сходстве с отцом, суперзвездой Митхуном Чакраборти. Я готов к сравнениям. Люди будут сравнивать меня с кем-то, кто работает в этой отрасли уже столько десятилетий. Он легендарный актер, сказал Намаши. Конечно, он знает, что и минусы тоже есть. Если люди, которые сравнивают меня с его талантом и карьерным ростом, это может быть проблемой. Вы ищете другую версию Митхуна Чакраборти, но это невозможно. Я другой актер из другой эпохи, сказал юноша. Пока он рос, стоял перед зеркалом, пытаясь вести себя как его отец. Я видел все его фильмы, мне всегда нравилось смотреть на отца на большом экране. Он мой любимый актер, поэтому я часто копирую его, но копирую его манеры и язык тела, потому что он мой отец. Я думаю, что это больше, чем копирование его. Это ДНК, сказал Намаши. Он последний звездный ребенок, который вступил в Болливуд. Когда его спросили, учился ли он на чужих ошибках, он ответил, актеры созданы из инстинктов. У каждого актера есть свой собственный инстинкт. Неудача – это не вина актера или режиссера. Я не думаю, что есть хорошие или плохие актеры. Есть актеры, которых принимают. Я чувствую, что вы должны следовать своему чутью, своему инстинкту и выкладываться по максимуму. Он гордится своим дебютным фильмом, поскольку получил его самостоятельно без помощи отца. Сопродюсер фильма «Чокнутый хан» привел меня в офис продюсера, вспомнил он. Позже директор Сантоши проявил интерес, и вскоре Намаши уже был на борту. Это было нереально. До этого, где бы я ни пытался, ничто не шло гладко, но с плохим мальчиком я как будто оказался в нужное время и в нужном месте. Мне так повезло, что я получил этот фильм. В тот момент я ждал, чтобы получить фильм самостоятельно, и я сделал это, сказал он. Он чувствует, что команда создала хороший фильм. «Плохой мальчик» – это романтическая комедия. Это веселый и молодой фильм, поделился он. Говоря о Сантоше, он сказал, он режиссер и актер. Мне потребовался день или два, чтобы понять динамику его режиссерского стиля. Но как только я это сделал, я получил роль. Когда мы застревали в последовательностях, он обычно разыгрывал их для нас. Он не только блестящий режиссер, но и актер. Суперзвезда Салман Хан недавно обнародовал постер «Плохого мальчика». Он или Митхун играет в фильме эпизодическую роль. «Я так не думаю. Мы уже почти закончили фильм. Ни о какой роли и речи быть не может», — сказал Намаши. Сейчас ситуация довольно мрачная из-за пандемии. На его фильм это тоже повлияло. Из-за пандемии все зашло в тупик. Но сейчас напряженные времена, и мы надеемся, что люди будут в безопасности. Мы хотим, чтобы фильм вышел, когда все будет хорошо», — сказал он. А до тех пор он с удовольствием проводит дни изоляции со своей семьей. «Я рад, что провожу много времени со своей семьей. Это время отдыха, но я надеюсь, что все вернется на круги своя, потому что я скучаю по работе», — сказал Намаши.